Всем привет! Сегодня я расскажу историю, которая еще продолжается. История такая, как Матч ТВ обманывает и продолжает меня обманывать. Вот, и разводить на деньги. Вот. Кто не знает, Матч Премьер – это один из платных каналов, который транслирует российскую премьер-лигу. Вот. Вот, и ты подписываешься на этот канал. Ты можешь платить или 300 рублей, если подписка на год, да, или 399, если ты каждый месяц хочешь списывать деньги. То есть смысл в том, что я хочу смотреть российскую премьер-лигу, трансляции. Я захожу на сайт, оплачиваю 399 рублей, и в течение месяца я смотрю российскую премьер-лигу. Но я думаю, никому не надо рассказывать, что такое матч премьер, да? Потому что он везде рекламируется. Все уже пробовали, не пробовали. Ну и где-то, по-моему, в начале сентября, я решил взять на месяц эту подписку. То есть там какой-то матч был, по-моему, Спартака или Зенита, и его не показывали по Матч ТВ, да, и я решил там 399, по-моему, рублей, или 299 заплатить. По-моему, 299 все-таки оплатил. Ну вот, заплатил, и все, и в течение там месяца там я смотрел какие-то трансляции, но я практически их не смотрел. Там посмотрел я «Зенит» и «Спартак», два матча, и все, я больше не смотрел. Вот, ну и все, ну и что смысл там продлевать какую-то подписку? Так нету. Тут буквально 4 дня назад открываю приложение онлайн-банка, и там пишется, что у меня с карты списано 399 рублей. Я нихуя себе, блядь, откуда это такие списания? Вот. Пишу сразу же в банк. Говорю, что за хуйня? Что это за мошенничество? Откуда эта подписка? Я ни на что не подписан. Отправляю заявку на то, что ну это факт мошенничества. Что происходит далее? Охуеете. За меня принимают эту заявку. Говорят, сейчас будет в течение 30 дней разбираться. Откуда это, блядь, списание? Вот. И при этом говорят мне, что бабки мне его не вернут. То есть разбирательство будет 30 дней, но бабки мне не вернут. Прямо так и пишут. А вот. И буквально через час мой банковский счет и карту блокируют. А вот. Я говорю, а с какой-то хуя заблокировали? Ну, потому что сейчас идет разбирательство. Вот. Вы можете прочитать, вот что мне там написали. То есть я так поразмыслил и понял ситуацию следующую, что существует канал Матч Премьер. Это государственный канал, который финансируется государством. Соответственно, счета у него государственные, с определенным там великим приоритетом, государственным приоритетом. То есть изначально считается, что этот государственный счет, он там кристально чистый. Вот. И только хуякс от какого-то физлица приходит какая-то заявка. Ее рассматривают как конфликтную. Ну, не то, что заявка, приходит обуза, что, мол, блядь, с этого счета государственного, блядь, с какого-то хуя, блядь, меня обманывают. И эту ситуацию, я так понимаю, в ЦБ или где-либо еще рассматривают как конфликтную. Соответственно, в автоматическом режиме эта конфликтная ситуация решается так. Так, приоритетом является тот счет, который является, ну, более высоким, то есть, соответственно, государственным. Его не могут заблокировать, в принципе. Государственные счета не блокируются. Вот. А счет физлица, то есть мой, он блокируется до выяснения. Вот. То есть представьте ситуацию, что я отправляю заявку в банк свой, что вот так и так у меня какое-то ебаное списание 399 рублей, о котором я ничего не знаю, они просто берут и блокируют мне карту. Говорят, ну, мы будем разбираться. На карте было 142 тысячи рублей. То есть за каких-то 399 рублей у меня блокируют карту со 142 косаря там было. Я охуевший, блядь. То есть просто блокируют, говорят, и все, нахуй. Мы будем выяснять, нахуй. Сколько? 30 дней? Не, 30 дней. Мне сказали, там официально один день. Ну, я, скорее всего, я думаю, это хуя одним днем обошлось. Я думаю, нихуя себе, блядь. Ну, пишу им,
обратно в поддержку и говорю, что, блядь, я понял, что это подписка Матч ТВ. Хорошо, вот мы все выяснили, давайте разблокируйте мне счет. Они мне пишут, что окей, блядь, хорошо, что выяснилась, чья это подписка. Наша служба безопасности разберется. Ну и буквально там мне через час разблокировали карту, ебать, я снял бабки сразу же, блядь, вот. Все оттуда, просто вывел наличку. Короче, смысл в следующем, что я написал в банк свой обузу на то, что у меня сняли бабки. Подписку, которой я не пользовался. Вот, а меня за это блокировали, заблокировали карту, блядь. Вот. Хуй с ним, ребята. Ну, чё, пошёл я, значит, на сайт Матч ТВ выяснять, блядь, а как вообще отписаться от этой хуйни под названием Матч Премьер. А я на Матч Премьер пошел, не на Матч ТВ. На сайт Матч Премьера пошел, чтобы узнать и отписаться от этой хуйни под названием Матч Премьер. Идите вы нахуй, блядь, пидорасы, блядь. Вы что, ебанутые совсем, блядь, что ли? Вот, и рот я вас ебал, блядь. Блядь, с такими, блядь, действиями, охуенными, блядь. Захожу я на сайт Матч Премьер, блядь, иду в свой профиль, блядь. Хуякс, блядь, вот подписка моя. Дата есть, все, заебись, блядь. А отписаться нет возможности. Можно подписаться еще на какой-то там, блядь, канал Спорт. Тоже 399 рублей. Я думаю, блядь, а как же мне отписаться от этой подписки ебучей при Матч Премьер, блядь, на РПЛ это? Как мне отписаться-то? А никак. Блядь, я иду там в чат... На сайте Матч Премьера там обычный факт, да, где вопросы, на все вопросы отвечают, да. Там пишут, блядь, чтобы отписаться от подписки Матч Премьера, вы должны зайти в свой профиль, блядь, и там найти нужную подписку и отписаться. Ну, блядь, а я что сделал? Я и зашел в свой профиль, блядь. Вижу подписка, где тут отписываться? Тут можно только ввести промокод, да, или нажать вот это на иконку, блядь, Матч Премьера, да. Но она перейдет непосредственно на трансляцию. И все. А отписаться возможности нет. Вход, это знаете, как советский анекдот такой есть. Вход у нас бесплатный, а выход платный. Вот, и я стал искать в интернете, что за хуйня такая, блядь, происходит. И там написано, что возможности отписаться нет. В принципе, нет. Вот. Чтобы отписаться, ты должен этим хуесосом, по-другому я не могу назвать, эти хуесосы, именно хуесосы, вот, этим хуесосом отправить на их электронный адрес заявление, что вот так и так я не хочу использовать ваши услуги, вашего Матч Премьер, вот, и вроде как тебя отписывают, но я лично не проверял, мне просто нет времени писать этим хуесосом, вот. Потом стало до меня доходить, что на самом деле, блядь, когда ты оплачиваешь картой, именно картой, за первый месяц Матч Премьера, эта карта автоматически привязывается к аккаунту вот этому Матч Премьер. Да? И потом уже каждый месяц списывается 399 рублей. Вот. За прошлый месяц, то есть за октябрь, я просто эти 399 рублей в своем онлайн-банке не заметил. Ну, просто, а сейчас просто заметил. То есть потом я стал искать, там действительно, блядь, списали и за октябрь мне 399 рублей. А вот, то есть мы, собственно, не подписываемся ни на что. Я оформлял подписку на месяц, все. А с меня, так как я ввел данные своей карты, с меня автоматически теперь берут каждый месяц. И отписаться я не могу. Я охуел. Просто охуел. Это, конечно, блядь, что-то за гранью. То есть, парни, если вы будете подписываться на Матч Премьер, знайте, что потом вы не отпишетесь. Вот это в такую же ситуацию вы попадете, в которую я сейчас. То есть, каждый месяц, блядь, мне 399 рублей списывать, потому что я не могу по-другому. Как решить эту ситуацию? Я знаю, как решить эту ситуацию. Просто нахуй выкинуть эту карту. Выкинуть нахуй эту карту,
или не использовать ее. Вот тогда, соответственно, ничего списываться не будет. Но сама ситуация пиздецовая. То есть я понимаю, что им вышестоящее руководство, там, не знаю, в виде министерства спорта или там какого-то другого министерства, говорит, что, блядь, ебаный рот, блядь. Вы, блядь, сидите на государственных дотациях, блядь, нихуя не делаете. Всякие, блядь, черданцы, хуянцы, геничи пиздят, блядь, без умолку, блядь. Мы им оплачиваем всякие командировки, блядь, зарплаты охуенные, блядь. Приглашаем всяких быстровых, хуестровых, ебастровых, мостовых, пиздобалых, блядь, и прочую ебату, блядь. Всякие тёлки, блядь, там кривляются, да? Блядь, бабки уходят, блядь, а ебать, это какое-то бездонное дно. Вы должны нам как-то подписчиков искать на матч-премьер. Давайте, блядь, ебать, на жопе не сидите. И говорят, окей, блядь, нахуй. Приняли, блядь, к сведению. И, блядь, теперь мы будем, блядь, просто насильно, блядь, подписывать людей, блядь, а отписаться они не смогут просто. Это пиздец. Ну, по сути, это мошенничество. То есть, блядь, Генеральная прокуратура должна вообще заняться этим делом, потому что мошенничество в особо крупных размерах. Организована группа лиц, блядь. Ну, это же просто пиздец, блядь. Мошенничество с чистой воды. Блядь, отписаться нельзя нихуя, блядь. Подписывают тоже, блядь, насильно, блядь, да? Мы даже и не знаем нихуя ничего. Причем я вот в чате у себя там в телеге спрашивал, ну, ребят, они так говорят, да, блядь, нас тоже 400 рублей, блядь, в месяц списывается. По этой хуйне. И ничего не можем сделать. Вот, я в конце просто матч ТВ, матч премьеру, да, и матч ТВ, я вам дам совет. Знаете, вот, в виде этой ситуации, знаете, как сделать, увеличить количество подписчиков намного? Вы просто людям платите. Платите по 200 рублей. Платите 200 рублей за подписку на бесплатный канал матч премьер. То есть они вводят свой номер карты. Там спишите с него 1 рубль, допустим, да? Вот. И якобы первый месяц у вас бесплатно. А потом вы можете отписаться. Вот. И там начислите еще человеку 200 рублей. Там, допустим, на его телефон или на его банковскую карту. То есть у нас ведь страна халявщиков. У нас когда узнают, о, блядь, государство, как о нас заботится. Ну, конечно же, надо. 200 рублей они будут высылать нам за то, что мы бесплатно будем смотреть футбол. О, блядь, это так охуенно. Ну, это же правильно. Ой, ну, слушайте, ну, мы не зря ходим на выборы, да, и голосуем за Единую Россию. Ой, как хорошо-то, как, ёб твою мать, блядь. Ну, конечно. Ну, и, соответственно, блядь, там пойдет толпа оформлять эту подписку на матч премьер, там, вы им первый месяц будете 200 рублей высылать, а потом вы уже с их карты будете каждый месяц 400 рублей снимать. Они охуеют просто. Вот, так что пользуйтесь. Вы меня поставьте своим генеральным директором, я вам, блядь, такое там наворочу, у вас такие доходы будут. Ну, а сама, если честно так говорить, то ситуация пиздецовая, конечно. Я, блядь, даже не догадываюсь, в голову не приходило, что то есть матч-премьер может дойти до такого мошенничества. Мошенничество чистой воды. Ну, это же пиздец просто, блядь. Снимать деньги с карт, блядь, блокировать карты, если ты что-то там напиздел, начал пиздеть, говорить о том, что, блядь, с какого хуя списали, блядь. А ну заткни, блядь, ебало свое, блядь. Если то мы тебе вообще все бабки своего банковского счета заберем, да? Отписаться нельзя, нахуй. Вот. Я хуй знает. Вот по мне, да, вот я сейчас эту ситуацию раскопал, да. По мне, так это похороны для матч-премьер. То есть сейчас, блядь, люди просто вот, ебанутся, что ли, блядь. Вы что, ебнулись, что ли? Кто сейчас будет подписываться на матч-премьер? Это же просто пиздец. Вот, кстати, похожая ситуация была с сайтом Госуслуг. Помните, по-моему, месяца два назад или три, там была такая история, что стали каждому высылать, ну, кто на госуслугах, а все на госуслугах уже, да, стали высылать мобильные повестки. Они являются официальными. То есть тебе хуякс, блядь, на госуслуги приходит повестка. Так, Дмитрий, пиздуй-ка ты военкомат. Там уже готово тебе оружие и все остальное, да. То есть ты должен явиться по этой онлайн-повестке.
Ну, соответственно, блядь, когда все это узнали, все решили, надо закрыть свой аккаунт на госуслугах. А там показали хуй, сказали, хуешки, ребята. Теперь, кто зарегистрировался на госуслугах, вы теперь не можете в обратном порядке закрыть свой аккаунт на госуслугах. И все онлайн-повестки, которые ты, мудак, получишь, ты должен по ней появиться. То есть, вход бесплатный, а выход платный. Вот. Такая вот пиздецовая ситуация, да, на самом деле. Я охуел, если честно. Да, это, повторяю, мои все данные достоверны. То есть, если Матч ТВ подаст на меня в суд, ну, скорее всего, так и произойдет. Да ради бога, ёпт. Ну, подавайте в суд. Но у меня все эти данные, я вам показал, да, я ничего не выдумал. То есть, это действительно так. То есть, деньги списываются, блядь, а вот писаться мы не можем. Такая вот история. Ну, по мне, это мошенничество. Вот, соответственно, карту я эту нахуй выкину. Вот, и никогда больше на Матч Премьер подписываться не буду. Абсолютно точно. Всем пока.